Здравствуйте! Сегодня отличный день. Вы сможете сделать много дел и получить удовлетворение. Особенно хорошо решать сегодня юридические вопросы и те, что связаны с рекламой и продвижением. А еще здорово, если вы найдете сегодня время на спорт. Любой. Хотя бы 15 минут зарядки уже хорошо. Чего не стоит сегодня делать – злоупотреблять алкоголем и лекарственными препаратами. Пожалуйста, аккуратно. Всего хорошего и до встречи завтра.